Головним питанням, винесеним на засідання міського штабу житлово-комунального господарства, була підготовка до проведення 23 квітня загальноміського суботника. У цей день планується висадити 600 дерев, 800 черників, провести благоустрій майже 600 гектарів парків, скверів, алей, прибудинкових територій, очистити від сміття 12 кілометрів берегів річок та більше 100 кілометрів узбіччя автошляхів. Заступник міського голови Олександр Катриченко відзначив, що місто наразі на 100% забезпечене спеціальною технікою і готове до проведення масових робіт з санітарного очищення. В преддверии майских праздников привлекают дополнительно спецтехнику, это погрузчики, это самосвалы, для того, чтобы уже в конце субботы или уже во время наведения порядка, чтобы весь мусор, который будет собран, он был погружен и убран, и увезен на свалку, дабы уже было все в порядке чисто. На засіданні штабу зазначали, що на суботнику роботи вистачить усім бажаючим попрацювати на прибиранні міста. Я хочу обратиться абсолютно ко всем жителям нашего города, принять активное, небезразличное участие, связанное с наведением порядка в тех местах, где люди сегодня отдыхают, где люди сегодня движутся, где люди сегодня проводят свое свободное время. Это наша совместная задача, порядок не только навести, но и поддерживать его постоянно. Речь идет о парках, речь идет о скверах, речь идет обязательно о придомовых территориях, там, где проживают сами жильцы. Каждый может взять лопаточку, каждый может взять веничек вот, и прийти убрать в том месте, где ему сегодня хочется. На засіданні штабу також йшлося про підготовку до нового опалювального сезону. Не так давно закончился отопительный сезон, и уже фактически мы сегодня владеем информацией, где сегодня нужно изолировать трубы, где сегодня нужно менять участки теплотрасс, где сегодня нужно ремонтировать кровли по каждому адресу персонально, где сегодня нужно подготовить жилой фонд, потому что если эта работа начнется в июле, в августе месяце, это уже будет поздно. Уже сегодня вы видите на улице погодные условия, которые свободно позволяют проводить те работы, о которых я сказал. Учасники засідання штабу обговорили ще цілу низку нагальних питань з підготовки міста до травневих свят.